Ну вот, не прошло и полчаса. И буквально Юра залез как 5 минут в воду, и уже у него подбита рыба. Маленькая, но тем не менее. Мы Юру поздравляем, потому что это первая его в жизни подбитая рыба, пойманная. Из подводного ружья. Да, в смысле, под водой, когда он стреляет. Молодец, Юрашка. Она живая. Бегите, вот видите. Так что придется уху готовить сегодня. Это радует, хорошее начало дня, что называется. Молодец, сынуль. А сейчас маленькая девочка пойдет гулять. Купаться. Да.